Зарема, 25 февраля. Письмо без темы. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Зарема. Не очень давно смотрю ваши видео на YouTube. Смотрю все и сразу, и не знаю, с чего начать, за что хвататься. Мне бы очень хотелось вас поблагодарить за вашу работу. Спасибо. Жаль, что мы живем слишком далеко друг от друга, и у моего ребенка нет возможности позаниматься таким замечательным педагогом. Скажу больше. Сейчас ни у кого нет возможности позаниматься таким замечательным педагогом, отчего я сама себе кусаю локти. Жалко очень, что как бы талант пропадает. Ну, как не талант, а вот методы подхода к детям. Ну, сижу вот этим занимаюсь, тетрадями занимаюсь, еще чем-то занимаюсь, еще другим саморазвитием. Талант. Я и сама работаю в школе учителем начальных классов. И так же, как и так как в нашем саду занимаются регулярно только со старшей группой, а с младшей и средней, когда вздумается педагогу. Очень плохо, безобразие. Программа у нас с первой младшей группы, никто ее не отменял с 2 лет. Мне бы хотелось самой заняться развитием своего ребенка. Не сказать, что он отстает в речи или еще в чем-то. Нет, не скажу. Просто покупая ему книжки 2+, сталкиваюсь с проблемой, что ему она не под силу. Ну-ка еще раз, кука. Возраста не было. Покупая ему книжку 2+, сталкиваюсь с проблемой, что ему она не под силу. Но надо сказать, не только ему, она всем нашим детям не под силу. Мы живем в многонациональной республике, в Дагестане, и русский язык для нас не родной. Возможно, это связано с этим. Возможно. То, что мы умеем делать осознанно, это звукоподражание. То есть я говорю «корова», а малыш говорит «му» и так далее. Ну а сколько лет-то? Если он видит на улице кошку, показывая на нее, он говорит мяу. Видит собаку, гав-гав. Или на родном хапу. Х, потом восклицательный знак, апу. Восклицательный знак как-нибудь читается? Хапу. Или хапу. А мне все мало. Хочу, чтобы говорил кошка, собака, как оно есть. Конечно, всем хочется. А там уж как сама голова решит. Отчетливо произносить слова он не может. Я не виню его за это. В саду на русском, дома то на русском, то на родном. Но я очень хочу, чтобы он знал в свои 2 года, вот докопались до возраста, в свои 2 года и цвета, и формы, и многое другое. Как мне быть? Я не хочу изучать сначала весь математический блок, и только изучив... Я не хочу изучать сначала весь математический блок, и только изучив ее... Кого ее? Так это он. Переходить к ознакомлению с окружающим миром. Я хочу, чтобы все развивалось одновременно и гармонично. Помогите составить какую-либо программу. Очень жду ответа. Спасибо. Ну, Зарем, ну раз вы учитель младших классов, если вы коллега моя, так значит, вам попадалось мое видео... Наше видео. Тоже сидит эгоист. Наше видео... Я. Наше видео... Твое и мое, наше вместе. Руль держи, надулся уже как индюк. Наше видео прикрепи, пожалуйста, еще раз с книгами по программе детского сада. Я думаю, что они вам будут просты. Берите, пожалуйста, первую младшую группу, купите только и вторую младшую группу. MyShop вам в этом в помощь. Книжечки по 60, по 70 рублей. Пожалуйста, возьмите математический блок, как вы его назвали, ознакомление с окружающим, развитие речи. Вот, 3 книжки по первой младшей группе и 3 книжки по второй младшей группе, чтобы вы знать, куда вам, в какую сторону двигаться, что вас в будущем ждет. Это получилось 6 книг. Ну, пусть они по 100 рублей, это 600 рублей. На MyShop вы их вполне можете себе купить, 600 рублей. Доступным языком, даже родители могут понять, а педагог тем более поймет. Там расписаны программные задачи, как всегда, что должен ребенок в этом возрасте знать. Допустим, математический блок должны знать. Один много, нет ни одного. Цвета 4 основных. Там верх, низ, большой, маленький. По развитию речи знакомим с русскими народными сказками, помогаем детям связывать слова, читаем, там, причем перечислено, читаем, какие книги, там уже за вас все подобрали, и книги, и стихи, и былины, и рассказы, только бери и читай, пожалуйста. По познанию это нужно познакомиться с такими обобщающими группами, как это, с такими социальными и какими группами? Социальные и семья. С таким-то, пожалуйста. 6 книг вам нужно. Первая младшая, вторая младшая. И занимайтесь.
пожалуйста, не надо упираться только в математику, потому что это глупо. Конечно, нужно на познании. Все делается в природе. Вышел ты в природу, видишь снег. Пожалуйста, ты поговорил о том, что он и холодный, и грязный, и растаял, и бывает это зимой. Это вы по познанию поговорили. А дальше вы поговорили про математический блок, про цвет, по развитию речи. Попытались связать два слова. Снег белый или снег холодный. Снег бывает только зимой. Ну, что-то такое вот это по развитию речи. И все. Вот ваше все занятие на сегодняшний день. Завтра выбрали что-то другое. Береза. Про березу. Почитали стихи. Какие-то там белые березы под моим окном. Ты, пожалуйста, читайте. А ты ж не помню. Книги надо доставать. Пощупали, потрогали, понюхали. Молодец. Сережки эти посмотрели. Высокая. Нашли самую высокую, самую низкую. Вот все и занятие у вас. А билинка у вас, билингвальный ребенок получается, потому что у вас в Дагестане, простите, какой язык? Дагестанский? Такой есть язык? Простите, я вообще в географии полный ноль, тройка вечно в школе была. Вот, и русский. У вас два языка, а ребенку вообще надо мыслить на двух языках. Это, соответственно, отсрочит происхождение. А вам только два. Если было бы три, волновались бы. А два, я думаю, что не нужно волноваться. Берем программу, в общем, под редакцией Васильевой или Вераксы. И скупаем по три книги каждому возрасту. Первая младшая, вторая младшая. Программа называется «От рождения до школы». На Майшопе она есть, доступна. Зарем 25 февраля. Ответили.